Около 8 часов вечера 14-летний Илья внимательно переходил улицу Советскую. Водитель кроссовера ему уступил дорогу, а вот лихач на Audi 6, уходя от столкновения с попутным автомобилем, выехал на встречную полосу и сбил подростка. Мальчик погиб на месте, а виновник ДТП скрылся. Он проехал 500 метров, потом свернул во двор и бросил машину и убежал. Впрочем, полицейские задержали водителя. Им оказался 54-летний местный житель Андрей Ушаков. Он был пьян. В итоге сначала его доставили в отдел полиции, потом следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура взяла ход расследования на контроль. Также, по данным прокуратуры, сегодня Ушакова арестовали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Тем временем местные жители начали собирать пожертвования для родителей погибшего Ильи. Михаил Вагин. Место происшествия.